Лайфхак! Как сделать мороженку собственными руками? Проделываем дырки в снегу своей здоровенной кувалдой. Добавляем молока. 2 чайные ложки сахара. Лимонадику по вкусу. Втыкаем палочки и ждем 3 часа. Брысь отсюда! Короче, пока мы ждали, пробежала собака и тоже сделала мороженку. Только вот какую? Будем пробовать. Не угадал! Лайфхак! Быстрый способ заготовить дровишек на зиму. Берем полежко, большое, маленькое, без разницы. Несем к соседям и аккуратно прячем среди других дровишек, чтобы было незаметно. А взамен берем охапку дров примерно такого же диаметра и по-быстрому удираем. Все, нам колоть дрова уже не надо, а соседям мы ничего не скажем. Лайфхак! Как правильно зайти в хату? Для начала изучаем, кто смотрящий. Ага, вижу, Серега. Кидаем матрас и сразу даем понять, кто здесь главный. Но сразу же последует вопрос. Вилкой в глаз или в жопу раз? Опа! Не мешкаемся, отвечаем быстро и уверенно. Что-то я среди вас одноглазых не наблюдаю. Все, главный авторитет обезврежен, и вы можете занять место, которое вам приглянулось. Так, если за гаражами на вас напал гопник и просит вывернуть карманы, не спешите сдаваться. Для начала попробуйте позвать на помощь. Помоги! Но этот способ маловероятен. В таком случае пробуем вырваться из цепких лап. Если и этот вариант не сработал, пробуем мою короночку. Солнце падает! Где? А теперь берем руки в ноги и бежим! Если какой-то воришка собрался угнать у вас машину, не спешите паниковать. Просто притворитесь собакой и погавкайте. Если воришка не испугался и дальше продолжил вскрывать машину, то попробуйте коварный, но действенный способ. А кто хочет угнать машину, тот лох. Все, воришка обезврежен и больше к машине не притронется, если он не лох, конечно. Как, если вы по своей глупости откусили кусочек хлеба и не донесли его домой в целости и сохранности, не спешите расстраиваться. Можно просто доесть эту буханочку и сходить за новой. Но! Если мамка дала денег ровно на одну буханку и больше денег у вас нет, то просто найдите ближайшую кормушку и поищите в ней такой же кусочек хлеба, какой вы съели. Все, буханочка хлеба восстановлена, и мы можем с уверенностью идти домой. Лайфхак! Как бесшумно пукнуть в хорошей компании. Не нужно бездумно пускать шептуна. Ну авось, а вдруг проканает. Все движения должны быть четкими, грамотными. Запоминайте. Пук, кашель, одновременно. Ничего, осечки тоже бывают. Повторим. Пук, кашель, одновременно. Да что ж такое-то? Соберемся. Пук, кашель, одновременно. Вот, вот идеальный вариант. Запоминайте. А если что пойдет не так, скажите «Фу, кто навонял?» и тем самым снимите с себя подозрение. Лайфхак! Если вы слепили снеговика, а на следующий день пришли и обнаружили, что его нету, не спешите расстраиваться. Возможно, снеговик просто решил сходить по своим делам и скоро вернется. Но! Если вы подозреваете, что снеговика все-таки сломали или на крайний случай украли, то просто прогуляйтесь по окрестности и тоже стырьте для себя приглянувшегося снеговика. Вот и все, снеговик стоит на своем месте, но чтобы больше такого не повторилось, мы оставим записку, после которой его точно никто не возьмет. Лайфхак! Как лечь на краю, чтоб когда пришел волчок, не укусил нас за бочок? Ну тут схема стандартна. Нужно просто закрыть дверь на 2 оборота, и вы с уверенностью можете идти спать. Но! Если вы такой же трусишка, как я, и боитесь, что у волка есть дубликат ключей, и он зайдет в квартиру, то положите еду прямо у входа. Да побольше. И когда волк зайдет, он увидит еду и насытится. А для вас у него уже в животе места не останется. Вот и все. И никакой волчок не укусит вас за бочок. Лайфхак, если у вас в кармане остались крошки от печенек, там, хлеба и других булочных изделий, не спешите выбрасывать. Найдите ближайшую кормушку и просто насыпьте крошки в нее. Но, если кормушка высоко и нет возможности залезть, то просто примотайте указатель к дереву с местом нахождения крошек. И птички, прилетев поживиться, с легкостью найдут угощение.
Лайфхак! Быстрый способ заправить одеяло в пододеяльник. На самом деле техника довольно проста. Захватываем один конец одеяла, другой, и легким движением руки встряхиваем. Это чё? Как я внутрь попал? Соберись, тряпка! Без паники! Теперь самое главное – найти выход. Хорошо, что на этот случай я ношу компас. Нам туда. Короче, компас – это фигня. Мы еще больше заблудились. Остается лишь один вариант. Звать мамку на помощь. Мам! Лайфхак. Быстрый способ попасть в детдом. Берем батину резину. Любую. Новую, старую. Без разницы. Ищем проблемные места. О, видите? Шипов не хватает. Это вам не шуточки. Достаем шуруповерт. Саморезы. И просто прикручиваем саморезы туда, где не хватает шипов. Вот и все, дорога в детдом нам обеспечена, а для пущей уверенности мы еще и летнюю резину ошипуем. Лайфхак, если вы поссорились с другом и он говорит, пойдем выйдем, поговорим, не спешите ввязываться в драку, сейчас все решим. Встаем в позу орла и отвечаем, ну пойдем поговорим. Тем самым даем понять, что типа мы его не боимся. Подойдя к двери, пропускаем его вперед, чтобы он вышел первым. И когда он выйдет, быстро закрываем дверь и желательно на два щелчка. Вот и все, драчуна мы выгнали, осталось одно но, квартира-то его.